А так, если говорить про самую большую любовь в моей жизни, Господи, чуть не съела перчатку. Представляете, даже мой босс согласился участвовать в этом видео. Надеваем. Всем привет, мои хорошие, с вами Айка Эмери, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас гамбургер, наггетсы мои любимые, картошка фри и шаурма. Вот так вот выглядит шаурма. Попытаюсь я это все съесть. И параллельно буду с вами болтать. Попить я взяла колу. Очень красивая. Интересная картошка фри. Это вкусно, ребята. Купила это все в Burger Station. Если вы хотите, мы можем снять даже там для вас новое видео. Если хотите, то пишите. Вообще, мне кажется, надо чаще менять задний план. А то постоянно сидим с Фати и дома кушаем. Мне кажется, это уже вам надоедает. Как это вкусно. Нужно что-то менять. Вот такой небольшой гамбургер. Очень аппетитно выглядит. Попробуем. Я совсем забыла, где мои перчатки. Черные перчатки. Надеваем. Аккуратненько надеваем. После Black Star бургера уже вот эти перчатки стали как-то, знаете, элитно смотреться. Рестораны, в которых есть такие перчатки, мне уже в априори нравятся. Приступаем. Обожаю шаурму. Ребят, я начала поправляться. И самое удивительное, что вы начали это замечать. Ну, у меня уже такой аппетит. Меня просто не остановить. Беру прям вот так вот руками, все равно в перчатках. Наггетсы. Горячие еще. Очень вкусно. Не знаю, что это за соус, но он просто божественный. И давайте буду отвечать на ваши интересные вопросы. Опять здесь вопрос по поводу моей работы. Я же вам обещала, помню все, что я вам обещала. Я вам обещала видео на работе. Представляете, даже мой босс согласился участвовать в этом видео. Он говорит, что ну как-никак это реклама нашей компании. Я тоже должен быть там. И представляете, в моем видео будет еще и мой босс, как классно. Весь наш коллектив у меня в ютубе. Я хочу снять влог, но еще... Некоторые девчонки пишут, что лучше мукбанг на работе. Блин, это лучшая картошка фри, которую я пробовала когда-нибудь. Я пойду у них засниму для вас видео. Мне очень нравится. Очень вкусно. Так вот, на чем я остановилась. Скоро будет влог, как я на работе. Когда это будет точно, я не знаю, потому что мы уже запланировали на неделю... Вперед. Нужно как-то, знаете, какой-то такой день, когда не будет иностранных гостей, не будет дел.
На это вообще выделить целый день. Я очень обрадовалась, когда мой босс сказал, что отличная идея, я тоже буду в этом участвовать. Господи, чуть не съела перчатку. Настолько голодная, настолько вкусная, ребят. Вы просто посмотрите на это. Поэтому со следующего месяца будет больше влогов. Будет больше моей жизни. Как со следующего месяца? Ну, с этого месяца. У меня была идея просто сидеть на работе и кушать. Я поговорила с мамой и так далее, обсудила вообще эту идею. Мама говорит, это просто будет выглядеть так, что поменялся задний план. И все. Я сегодня опять уронила камеру. У меня штатив мой вообще меня подводит. Я хочу заказать освещение искусственное, чтобы вы меня видели хорошо. Я знаю, что вы не жалуетесь, но мне хочется все лучше и лучше делать картинку. Вот. Посмотрела в городе, посмотрела на Алиэкспресс. Освещение. Получается, здесь в два раза дороже. Я вообще не хотела заказывать с Али. Но, видимо, другого выхода просто нету. В два раза платить больше мне абсолютно не хочется. Знаете, я хочу купить такой ring light, такой круг, в который я буду ставить камеру, и получается, что она супер освещает. У меня камера офигенная, просто я не умею задавать правильные настройки. Поэтому даже самая профессиональная камера в руках неумелого человека превращается вот в такую картинку. Я знаю, что вы не жалуетесь, что вас все устраивает, но мне хочется двигаться вперед. Каждый день на мой канал подписывается около 400 человек, и я чувствую, если честно, ответственность. В общем, как-то так, надеюсь, что вы меня поймете. Картошка просто божественная. Просто божественная, ребят. Каждый раз сажусь снимать видео, вот постоянно так у меня. Я думаю, что вот буду говорить про это, про это. Потом начинаю вообще какие-то истории рассказывать из своей жизни, которые вспомню в этот момент. Потом на процессе монтажа думаю, это вообще здесь не в тему, надо это вырезать. Но я понимаю, что я вырезать не могу. Получается, если я вырежу этот момент, как я ем пол, например, шаурмы, видео не будет. И все будут писать, вот она не съела, просто убрала ее в сторону. Получается, что я вынуждена оставлять все. Вынуждена. Как мне нравятся эти перчатки для дома, тоже надо купить. Ходить в таких по дому. Ты способна на измену или нет? Конечно же, любой человек скажет, нет, я никогда не предам и так далее. Вот. Но я не смогу предать, знаете как? То есть, например, у меня в жизни есть любовь, например. Если это спрашивается чисто про парня. Как только мне становится интересен какой-то другой человек, это сразу заметно. То есть я не могу делить свое внимание на двух. Если я люблю всем сердцем и одного человека. Если он это не ценит, пошел, найдем того, кто будет ценить.
А так, если говорить про самую большую любовь в моей жизни, это любовь к роллам. Как это вкусно. Каких бы ты себе детей хотела? Наверное, имеется в виду, какого пола, да? Мне больше нравятся маленькие девочки. Я их просто обожаю. Это не значит, что я не люблю маленьких мальчиков. Но маленькие девочки... Это просто one love. Они настолько милые, они такие маленькие. Мне однозначно нравится это место. Было ли такое, что вы с Фатимой поругались и не разговаривали месяц? Месяц у нас не было. Но был один раз, что мы с ней поругались и не разговаривали где-то 3 дня. Я чуть с ума не сошла. Это было очень тяжело. Я Фатю реально люблю как сестренку. Мне очень жаль, что у меня нету сестры. Но Фатя мне заменяет сестренку. А тем временем я доедаю этот бургер и понимаю, что он просто божественный. Просто нечто. Очень много вопросов по поводу того, что как я все успеваю. Как я работаю и снимаю так много видео. Я могу сказать так. Сейчас допью, скажу. Я просто не считаю вот эту вот работу в YouTube это какой-то работой. Я получаю удовольствие от того, что я делаю, и это для меня отдых. Время, которое вы смотрите какой-то сериал, я монтирую видео. Я стараюсь правильно распределить свой день. И тем самым получается так, что я все успеваю. Перчатки, кстати, небольшие. Я ненавижу, когда они болтаются, и они очень хорошо тянутся. Мне кажется, подойдет и на чуть больше руку. Удобно. Вот такой вот интересный вопрос. Какие неловкие ситуации с тобой происходили? Прям недавно, когда я шла к Фате, у меня была такая дурацкая ситуация. Я села в автобус и не заплатила. То есть, если вы живете в Баку, вы знаете, есть такие красные автобусы, когда ты заходишь, ты платишь вот такой вот карточкой. А я слушала музыку, совсем забыла, не заплатила, пошла, села. Оказывается, водитель кричит, что девушка, вы не заплатили. А я не слышу, я сижу дальше. Я смотрю, все на меня оборачиваются и смотрят, но я продолжаю слушать музыку и не понимаю, что происходит. Где-то через минуты две до меня дошло, что что-то не так. Они очень странно на меня смотрят, и почему-то водитель не едет. Потом уже я вспомнила, что я не заплатила. Быстренько подбежала, заплатила за себя. И реально, мне было так неудобно. Мне было так стыдно в этот момент. Это было что-то.
общем, очень неловкая ситуация получилась. А тем временем я доедаю. Следующий вопрос. Есть ли у тебя среди родственников и знакомых люди, которые просят тебя пропиарить их? Конечно же, да, есть, но я пиарю не всех. Я вижу, для чего человек со мной начинает общаться, начинает хвалить то, что я делаю, хотя полгода назад говорил, что я занимаюсь какой-то фигней. Таких людей, конечно, я не пиарю. Ну еще, знаете, я пропиарить могу, но если человек снимает неинтересный контент, все равно на него не подпишутся. То есть нету смысла в этом пиаре. Я, например, за деньги сейчас никого не пиарю, и даже дело не в цене. То есть мне предлагают разные суммы, но я это не делаю, потому что я считаю, что это не актуальная реклама для моего канала. Да, на моем канале может быть реклама. Реклама какого-то бургера или какой-то пиццы, например, но никак не человека. В общем, как-то так. Я все съела. И последнее. В общем, на этом все. Я наелась, было нереально вкусно. Я очень надеюсь, что вам тоже это видео понравилось. Если так, то ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. А с вами была Эмили. Всем пока.